Так, где там тут трилобит? Ага, вон он летает. В общем, это я сегодня решил первый раз попробовать полетать с этим змеем трилобитом. Так, ветер сегодня не очень удачный, он идет с берега, из-за высоких деревьев, очень большая турбулентность здесь низко, и было очень сложно его самому поднять. Не нравится мне то, что у него угол подъема очень низкий. Все змеи летают где-то там, высоко, а этому, какой бы ни был порыв ветра, он все равно держится у земли. Ну, явно что-то с уздечками не то сделано или с конструкцией. Вот сейчас вообще подул ураганный ветер, а он у земли его просто прижимает. Одному его запустить, ну, очень проблематично было с его длиннючими хвостами, которые здесь за все на пляже цепляются. И из-за этой высокой турбулентности у него угла своего никакого нету нормального. Ну, я бы предпочел что-то наподобие той формы, забыл, как она называется, которая синий тянущий змей. Этот, ну, совсем нестабильный, вот постоянно рывки какие-то, постоянно он складывается, хотя на те смотришь синие, они вообще как вкопанные стоят, ни вправо, ни влево не дергается, а этот вечно дергается, трепыхается, наполовину складывается, к земле прижимается. В общем, трилобит — не доведенная до ума конструкция. Чтобы его говорить о том, что он стабильный и на него можно висячки какие-то вешать, сомневаюсь. Ну, как-то так.